В прошлом году введено 436 тысяч квадратных метров. Это исторический рекорд для Чебоксар. Сейчас ведется строительство в 16 микрорайонах. В планах новые жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. Нужно отметить, что сегодня горожане приобретают не просто жилье, а качество жизни, соответствующее эталонам современной застройки, которая в первую очередь подразумевает шаговую доступность школ и детских садов, удобное транспортное сообщение и связь с центром города. Это возможно достигнуть только при синхронизации федеральных, региональных программ, и только такой подход может дать быстрый и ощутимый эффект. Чебоксары растут и расширяются. Ежегодно вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. Новые микрорайоны появляются во всех частях города. Почему одни оказываются благоустроеннее других? И кто должен строить детские сады, школы, дороги там, где мы живем? Разберемся вместе. Район «Новый город» – один из масштабных проектов комплексной застройки территории. Сейчас там работают 4 детских сада. К сентябрю откроется самая большая школа в ПФО на 1600 мест. Построены дороги. До центра города курсируют 2 троллейбуса и несколько маршрутных автобусов. Всего этого удалось достичь за счет участия в различных проектах. Один из них – стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, федеральной целевой программы «Жилище», куда входят дороги и инженерные сети. Другой – нацпроект «Демография». Удалось привлечь почти 3 миллиарда федеральных средств. До конца августа в микрорайоне достроят еще одну дорогу, а в следующем году – 4-полосную проезжую часть для въезда в новый город со стороны Новочебоксарска. Начнут расширять сети водопровода и канализации. На это необходимо 27,5 миллионов рублей. До осени достроят дорогу и в микрорайоне «Университет». Это еще один динамично развивающийся жилой комплекс в столице. Здесь 2 муниципальных детских сада и 1 частный. Детей, как и в других новых микрорайонах, много, а школы пока нет. В ближайшие 5 лет в Чебоксарах собираются построить 9 новых образовательных учреждений. Это 10 тысяч новых мест. Школа в университете появится в первую очередь. К строительству планируют приступить в 2022 году. 2023 год станет стартовым для строительства школ в Радужном, Финской долине и Альгешево. 2024 в Кувшинке, Акварели и в Благовещенском. Позже всех начнут строить школу в Солнечном. За 5 лет планируем реализовать 18 проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования на 9,5 миллиардов рублей. В ближайшее время необходимо построить школы в микрорайонах Садовый, Университет и Лента. Уже объявлен конкурс на строительство школы в Садовом. Она станет самой крупной из возводящихся. На 1650 ученических мест. Работы начнутся в этом году и завершатся к 2022. Строят школы и детские сады за счет бюджета всех уровней, но проект застройщик разрабатывает за свой счет с обязательной экспертизой. Но сейчас, во время коронавируса, правительство страны облегчило процедуру. Сегодня правительство Российской Федерации пошло на послабление участия в программе. И для того, чтобы участвовать, достаточно технического задания на проектирование, которое будет согласовано с Минстроем и с администрацией города, для того, чтобы направить на участие в 2021-2024 годы. Это очень хороший шанс и стимул для того, чтобы развить строительство и инженерную инфраструктуру в целом. Призываю уважаемые застройщики участвовать, нести документы. Мы готовы в любое время оперативно все это выполнить. Компания «Отдел Финстрой» подготовила документы для вхождения в национальный проект на 2021 год по строительству дорог в микрорайоне «Олимп». Стоимость 30 миллионов рублей и «Радужный» 185 миллионов рублей. «Олимп» подали заявки, они уже разработаны, проект у них есть, с положительным заключением уже заявка подана, и параллельно еще подали заявки на участие по техническому заданию. В следующем году начнется строительство дороги, которая уже получила положительное заключение, ну и дальнейшее будет развитие дальше. По крайней мере, пока по планам представленным, плюс еще очистные сооружения они там вводят, плюс ливневку, там сети развивают.
Дороги нужны для дальнейшего развития жилых комплексов и для связи с социально важными объектами. Прямо рядом с нашим домом новый детский сад строят, и инфраструктура развивается. Мы переехали, магазинов было очень мало, сейчас прям вот в шаговой доступности все. Самый лучший район для именно детей, потому что площадок здесь очень много. Школу хотелось бы, потому что ближайшая здесь школа только 31-я, а так, ну, планируется ее построить. Хотелось бы, конечно, школу. Общественный транспорт, в принципе, 54-ю маршрутку недавно пустили, очень помогает тоже, а так хотелось бы вот общественного транспорта. В Радужном и в Олимпе застройщик готов приступить к проектированию образовательных учреждений. Через 2-3 месяца мы приступаем к проектированию еще двух школ. Это в Олимпе, это в Радужном и еще одного садика в Олимпе. Необходимость, она на сегодняшний день, безусловно, в части среднеобразовательной школы, это в микрорайоне в Радужной, надо здесь объективно сказать. Район застроен, уже застроен на 2/3. Когда нам говорят, ребята, да, проектировать необходимость есть, мы как минимум в этом чувствуем уверенность и необходимость. И мы готовы проводить инвестиции в разработку документации. Я считаю, что необходимо, наверное, скрупулезно подходить на этапе формирования документации в части проекта планировки территории. Да, нормы, они обязывают предусмотреть социальные объекты. Достаточно активно себя действительно ведет и муниципалитет, администрация города, и ведомство в лице Министерства образования и Министерства строительства. Здесь вот надо, хочу отметить, достаточно плотно идет взаимодействие. Как я уже чуть выше сказал, да, Министерство образования говорит, да, ребята, школа нужна или не нужна, садик нужен или не нужен. Министерство строительства систематизирует вот эту информацию о необходимости объектов. Это в первую очередь. И во-вторых, во всяком случае, с нами было немало встреч, где мы говорили и высказывали свою готовность проектировать в указанные сроки. Вот в этом я вижу плотное взаимодействие бизнеса и власти. В прошлом году на эти цели удалось привлечь более 600 миллионов рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом, к сожалению, гораздо меньше. И связано это со слабой активностью компаний, подчеркивает глава администрации города. Все застройщики, которые не участвовали, так и продолжают игнорировать возможность привлечения федеральных средств на транспортную инфраструктуру, на социальную инфраструктуру. Плохо, конечно, что такие компании, как СК-центр, застройщики микрорайона Ясная Поляна, не участвуют в этих программах. Но вот эту информацию мы уже здесь говорили, нужно и до жителей доводить, чтобы внимательно относились. Есть застройщики, которые никак нас не слышат. Работаем с ними регулярно и созваниваемся, приглашаем их на разные совещания совместные, дабы участвовали в разработке проектной документации, соответственно, в федеральных программах. Но на сегодня есть отстающие застройщики «Серебряные ключи», ТСК-центр, «Лидер», «Кувшинка», вот «Ясная Поляна». Застройщики также пока в эту сторону не двигаются. Люди выбирают микрорайон Ясная Поляна в основном из-за расположения. Подальше от шумного центра, рядом лес, неплохое место для прогулок с детьми. Но и здесь главная проблема – транспортное сообщение и инфраструктура. Вообще микрорайон нравится. Рядом лес, отдыхают с детишками, мамы гуляют. Очень много детских площадок. Не совсем удобно здесь до остановки. Только 35-й автобус здесь останавливается. До троллейбуса приходится прилично идти. Хотелось бы, чтобы здесь такая транспортная развязка была более удобной. Троллейбус бы ходил, маршрутки. Мои дети говорили, что здесь должна быть прямая дорога до больничного комплекса в ту сторону. А когда это будет, будем ждать, надеемся, что это будет, что это не пустые слова. Приходится объезжать, потому что жалуются жители Баумана из-за того, что вот мы вот проезжали через этот овраг. Проселочная, там бетонная была дорога. Ее перекрыли, сейчас сделали объездную. Но объездную сделали с некими этими нюансами, потому что она разваливалась. Сейчас вроде исправили. Мы едем в 40-ю школу, 324-я стрелковая дивизия. Ну, в каком плане? Встаем с утра, на автобус бегом. В младшем саде без машины здесь тяжело, действительно. Очень ждем, да, ждем, когда... Ну, школу, да, хорошо бы школу, потому что детей очень много. Всем надежды, быстрее бы. Положительное заключение по экспертизе строительства школы в Ясной Поляне должны получить в первой декаде следующего года, пока средств на это не предусмотрено.
В Ясной Поляне у них детский сад предусмотрен, который они пока не развивают никак. У них не предусмотрен выезд, проектирование, имею в виду, пока отсутствует, выезд в сторону аэропорта и развитие дороги в целом дальше на Ашмарино. Пока эти моменты встали полностью и не развиваются дальше. Так как застройщикам эта работа проведена, просим участвовать в этом, но пока движения нет. Садик есть в микрорайоне Солнечный. Они там совместно разрабатывали на начальной стадии вместе два застройщика Солнечный и Ясная Поляна. Вот. В итоге, я так понимаю, там достигли каких-то договоренностей. Может, Солнечный взял на себя, удача взяла на себя все эти обязательства и закрыла. Такое тоже было по дороге, в частности, местами. А сейчас же для развития дальнейшего не предпринимается. Если удача в микрорайоне Солнечном сейчас... подали заявки, если они сейчас участвуют в проектировании школы, если они сейчас уже получив положительное заключение экспертизы, и мы строим второй детский сад, вы видели, на 110 мест, это тоже непосредственно их участие, то дальнейшего развития пока мы не видим со стороны Ясной Поляны. То есть в одну сторону мы развиваем, с этой стороны пока, со стороны леса, Ясная Поляна пока стоит. Серебряные ключи – новый жилой комплекс в центре города Чебоксар. В него входят 7 корпусов. Запроектированы детские сады и школа. Окружающий район обладает уже существующей развитой инфраструктурой. Так написано на сайте микрорайона. Значит ли это, что инфраструктуру, собственно, самого жилого комплекса можно не развивать? Да, серебряные ключи вообще на сегодняшний день имеют тяжелые подъездные пути. Это в виде временных подъездных путей в виде плит. Поэтому мы очень озабочены этой проблемой и все время говорим об этом застройщику, что нужно работать, разработать проект, включить их в программу «Стимул» или выполнить собственными силами. Это тоже возможно, там не особо большие участки, но асфальтовое покрытие должно быть. Иначе это будет временный вариант, и люди будут мучиться. Также по инженерным сетям пока тоже заявок нет. Часть они там за счет собственных средств выполнили, а дальнейшее развитие, которое можем сейчас включить, пока тоже движения нет. На сегодняшний день одни из отстающих по этим вопросам. Да, они, безусловно, подтягивают сети по своим необходимостям в дома, которые сейчас строят, для того, чтобы их ввести. Но в целом на развитие инфраструктуры в целом микрорайона пока работа не ведется. В некоторых районах не только проблема с инфраструктурой и строительством социальных, культурных и бытовых объектов. Застройщики задерживают сдачу собственно домов. Объяснить такое положение дел представители микрорайонов Кувшинка и Гагарин, застройщик-лидер, отказались, хотя все сроки уже давно прошли. Кувшинка микрорайон, мы знаем, это самый тяжелый микрорайон на сегодняшний день. Там просто высотное строительство большое, поэтому он и производит впечатление, что там небольшая территория. На самом деле территория там приличная по размерам. И благодаря высотной застройке они... высотную застройку смогли осуществить благодаря тому, что у них подземная парковка под домами. Приезжали, генпрокуратура приезжала с Москвы. Наши прокуроры вместе, мы встречались на объекте. Комплексная проверка по ним сейчас идет, потому что проверка Минстроя Чувашской Республики показала о расхождении, кассовом разрыве, о полученных средствах из долевиков, физически осуществленном строительстве, порядка полумиллиарда рублей. Разрыв большой. Я знаю, что структуры занимаются сейчас этим вопросом, но конкретного ответа пока мы не имеем. Проблема есть. ЖК «Гагарин», где застройщик тот же, там вообще сейчас никаких действий не предпринимается. Проект по строительству дороги в Кувшинке застройщик все-таки сделал. Но получит ли он дальнейшее развитие, пока сказать точно никто не решается. Дорога, которую они проезд мимо микрорайона с выездом на существующее дорожное полотно, уже давно пытались принести, но пока было требование, что это невозможно, потому что нужно положительное заключение экспертизы. Они проект так и не довели до конца. Принесли техническое задание на проектирование, на эту дорогу. И проект мы сейчас запустим. Но опять-таки, с учетом их работы, пока непонятно, сможем ли мы совместно с ними довести это до логического конца. Конечно, в самом законодательстве есть немало пробелов, позволяющих по-разному трактовать обязательства сторон, участников застройки. К примеру, застройщик обязан проектировать социальные объекты и транспортную инфраструктуру в случае, когда комплексно осваивает территорию и заключает договор с администрацией о предоставлении земли под строительство. Еще вариант, когда застройщик выкупил права на землю у муниципалитета с условиями построить социальные объекты или заключил договор о развитии застроенной территории.
он берет эти обязательства путем заключения договора долевого участия. Когда они обещают людям, что здесь будут дороги, когда заключают договора, лишь бы получить эти средства, когда они обещают, что будет детский сад, они дают себе как моральное, так и физическое обещание в целом людям, когда продают, реализуют. И есть такие примеры, где мы, вот, например, в микрорайоне Лента, да, вот там вот мы просили, разговаривали с застройщиком, и все-таки, наконец, удалось достичь, наверное, наполовину результата, потому что часть земель он все-таки путем мены предоставил для реализации. В Солнечном же также мы тоже где-то земельные участки он предоставил безвозмездно для реализации данных объектов, потому что непосредственно это, в принципе, выше интереса для привлечения жителей города в их микрорайон. Вот тут уже возникает необходимость взаимодействия между застройщиком и органами власти, власти всех уровней. Обязательство застройщика – это разработать проектно-сметную документацию, то есть произвести инвестирование. А обязательство, наверное, государства, там, муниципалитета, республики, включить в федеральное финансирование для реализации тех или иных проектов. Для того, чтобы спроектировать среднеобразовательную школу, которая располагается на наших территориях, одна школа стоит 15 миллионов рублей. Запроектировать один детский садик – порядка 8 миллионов рублей. И я могу сказать и от себя, и от других застройщиков, что мы готовы инвестировать. А инвестиции в чем они заключаются? Возврат не в виде прибыли для застройщиков, а возврат в виде капитализации города и республики, в виде строительства объектов. Но здесь возникает, понимаете, некий сдерживающий фактор. Да, мы готовы проинвестировать, и сегодняшний день мы тратим деньги. Но хотелось бы услышать, а когда этот объект реально начнется строительство? Если проект появился на свет, получил экспертизу и лег на полку, и пролежал хотя бы даже год, понимаете, к моменту начала строительства он может уже устареть. Устареть я в плане нормативной базы, потому что нормативы меняются, знаете, наверное, ежеквартально. Поэтому очень важно вот сегодня запроектировать и в ближайшем, повторяю, в ближайшем обозримом будущем реализовать эти объекты. Переговоры представителей администрации с застройщиками продолжаются. Информация о том, в каких программах участвуют застройщики, какое развитие и перспективы у микрорайонов, размещена на сайте города. Если вы покупаете квартиру в новом микрорайоне с расчетом на садик, школу или другие социальные объекты, не забудьте поинтересоваться у застройщика, когда все они будут построены. И пусть все это будет не на словах, а на соответствующих документах. Как минимум, у застройщика должно быть письмо от администрации города, которое подтверждает участие компании в программах.